меры поддержки. Семьи с детьми от 8 до 16 лет получат социальные выплаты. Они будут назначены семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Мера начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты семьи получат в мае. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 6150 рублей. Под присмотром. В Прикамье запустили единую систему видеонаблюдения. К ней подключено около 7 тысяч камер в публичных местах. Данные с видеокамер будут выводиться в единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов. Еще 2,5 тысячи камер в школах и социально значимых объектах подключат до 2023 года. Единый номер. Как сообщает сайт краевого правительства, с 14 марта все обращения жителей по поводу ситуации с COVID-19 и ОРВИ будут приниматься только по единому федеральному бесплатному номеру 122. До 14 марта колл-центр по коронавирусу принимает звонки по номеру 8 342 258 07 87 и 122. В порядке очереди. С 16 марта все офисы и центры «Мои документы» будут оказывать услуги без предварительной записи. Госуслуги можно будет получить, как раньше, прийти в филиал, взять талон электронной очереди, дождаться приглашения в окно и оформить документы. У телефона. 11 марта с 15 до 17 часов Соликамская городская прокуратура проводит прямую телефонную линию по вопросу качества оказания услуг мобильной связи и интернета, в том числе в отдаленных территориях Соликамского округа. Звонить по телефонам 395-65, 395-67.